наш город мастеров открылся, мы приглашаем всех в наш город мастеров в Фельдман Экопарке. Я веду кружки оригами, квиллинг и пластилиновую графику. Дети здесь отдыхают, а, возможно, устав от отдыха, они хотят отдохнуть от отдыха и что-то сотворить, потому что эта природа, этот парк, он, в общем-то, настраивает на творчество. Прийти могут любые дети, любые дети. Вот родители, которые гуляют здесь со своими детьми, могут привести своего ребенка, ну, с 5, даже с 4 лет мы найдем ему чем заняться. Дети, особенно младшего возраста, у них вообще-то это в природе заложено. Творить, делать что-то руками. А, к сожалению, вот наш сейчас вот такой темп жизни, плюс школа, которая тоже, в общем-то, достаточно загружена теоретическими предметами, к сожалению, не слишком уделяет много времени именно творчеству руками. А дети руками очень хотят работать. И поэтому, конечно, вот в каникулы, когда они не очень заняты другим делом, вот получить какие-то мастер-классы и уже это принести в школу, в свою или принести в семью, это же замечательно. А развитие тут идет, ну что, развиваются творческие способности, развиваются коммуникативные способности, развивается уверенность. Мы с детьми занимаемся малой пластикой. Я учу детей делать маленькие фигурки животных, вот наподобие такого. Ребенок захотел сделать собаку, я помог ей ее выполнить, вот, из пластилина. Работаем мы с разноцветным пластилином, чтобы детям было интересно, потому что вот есть культурный пластилин, подобный вот этому. Ну, им будет как-то не очень интересно лепить из серого, поэтому мы взяли разноцветный пластилин, чтобы им было намного интереснее. Я сделал мою форму силикона, и дети сами могут замешивать гипс и заливать формы. Делать вот такие штамповки, а потом, вот как вы видите, они их разукрашивают. Приходится с разным возрастом работать, от 3 там, до 12-14 лет, и под каждого индивидуально подстраиваться, что кому больше нравится. Как бы находимся в экопарке, и как бы дети любят животные, надо учить детей любить животных, это очень важно, и поэтому мы этим и занимаемся. Мы приглашаем всех желающих с родителями, пожалуйста, приходите к нам, мы вас очень многому научим. Занятия проходят у нас в среду, в пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 2. Мы будем очень рады вас здесь видеть. Приходите к нам.